Всем привет, с вами Гринайт, и мы продолжаем Assassin's Creed Odyssey. Ну что же, пойдемте найдем разбойников, которые дерево воруют. Договор. Добудешь древесину. Разбойникам пора потесниться. Да не вопрос. Я тебе помогу. Наконец. Маркусу очень повезло, что у него есть ты. Ты знаешь, где искать разбойников? Я ремесленница, а не следопыт. Они где-то в горах. Это все, что я знаю. Попробуй начать с лесопилок. Вокруг множество лесов. Эти деревья не подходят? Я работаю над новым луком. Более гибким, а значит долговечным и дальнобойным. Для него нужны деревья, что растут высоко в горах. Я накажу разбойников. Уж постарайся. И побыстрее. Я разберусь с разбойниками и в два счета верну древесину. Обещаю. Потерпи. Ха! Знал бы ты, сколько Марко скормил меня обещаниями, не говорил бы так. Так, я тебе помогла. Теперь пришла твоя очередь. И быстрей. Да что все быстрей-то? Так где лошадочек? Фобос, погнали. Так, а чё, квест выбрался, не выбрался, чё-то? Задание. Нет. Да, вот это вот. Так, найдите место нападения и исследуйте места. Так, много мест или одно место? Ага. А, промазал. Тихо. Спасибо. Ага, пятый уровень. Это понятно. Нападение произошло тут. Огляжусь. Допустим. Ладно, он ушел. Хорош. Здесь море следов. Группа людей ушла на запад. Ага. Смотрим, проверяем. Забрали, повозку бросили. С такой ношей вор не мог уйти далеко. Этот сюда идет. Так. Что тут? Убит выстрелом в спину. Угу. Дело рук разбойников. Так, тихо, уходим. В кусты спрячемся, чтобы он нас не увидел. Это и есть лагерь разбойников. Все, понял. Так, а там что у нас? Ага, там у нас сокровище. И здесь сокровище. Ну, допустим. А чё он сюда идет? Отстань. Пойдемте попробуем забрать сокровище. Чё бы нет, раз мы рядышком. Он сюда идет, он знает, что я здесь. Так нечестно. Поищу укрытие. Так, в голову. В смысле не убивать с одного выстрела? В голову. Совсем ку-ку. Ладно, допустим. Иди сюда. Ну, раз не выстрелим в голову, так скрытым убийством тогда будем убивать. Раз по-другому не получается. Так, одно забрали. Тихо. Здесь кто-нибудь есть? Да-да, есть. Иди сюда. Блин. Лучше проверить. Хорош, успел. Клянусь, я что-то видел.
Да почему с лука-то? Ну в голову стрела. Ну как он не умрет? Вы чего, ребята? Ну... Даже в Ориджинсе и то он убивал с одного выстрела в голову. Вы чего? Здорово. Зря ты сюда пришел. Так, тут много чего есть. А, ну, денежка. Пойдет. Где? Что пикнуло? Блин, не вижу. Ну ладно. А, так, еще одно сокровище вон там. Ну вот стоит, палит нас. Ой, нас палили. Убегаем. Так, мы скрылись. Все, у нас потерял, все хорошо. Нафиг, валим отсюда, короче, в пенил. Так, где? Фобос. Поехали отсюда нафиг. А, там же квест где-то волчьи шкуры был еще. Давайте. Ага. Ух ты какой! А, столкновение смертельное было. Ну что, поехали. Вот это сила. Ну да, да. Орел. Или кто он там, сокол. С одного удара убивает. Козла, блин. Так, горный козел. Ну ладно, пойдемте. Ох, ох. Блин, ну грех ресурсы не собрать, когда они рядом. Ага, отлично. Надо все собирать. Учитывая прошлый опыт прошлой части. Ага, молодец. Так, мы на месте. Приблизительно. Так. Сокровища. Враги, враги. И все, что ли? Сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Все, пятер только. А, ну да, получается. Пятеро. Ты смотри, он не высекает с одного удара. Что за бред? Что же хотите сказать, надо было на второй уровень прокачать уже его? Только за какие шиши-то? Ну ладно, допустим, подкрадемся. Блин. Ну ладно, не сильно. Зря ты пошел сюда. Так. Он заметил труп. Он идет к нему. А мы сзади. Подходим и вырубаем его. Так, там еще один пришел, который не отмечен. Все. А, так. Я что-то слышал. Ага, один только. Все, ништяк. А, там даже не враг. Так, что здесь у нас? Что не делает? Ну да, совсем незаметно. Ну
А что с тобой? Она зависла, да? Замечательно. Начало игры. Очень замечательное. Просто зависла. Я в шоке. Так, ну... Где чё... Ага, вижу. Как-то здесь это неприметно. В Ориджинсе было как-то попроще с этим. Если ты отметил, то ты отметил. Так, отвернулся, хорош. Разгон. Ой, убил, да? Хорош. А я тут что-то там хпшечка у него неполная была во время убийства. Точнее, не полностью кончилась. Так, это мы все собрали, это мы все собрали. Это тоже. А, все, мы нашли дерево, да? Где-то. Я пропустил. Видать, момент. Видимо, в том ящике, где типа сокровища забирали. Ой, тихо. Нельзя пропускать ничего. Так, идем сюда. Забираем. Драгоценные камни, обсидиановое стекло. Все понял. Зерна ячменя. А мы можем быстро вернуться? Бродячая акула. А, вернуться мы не можем, да? В смысле, серьезно, мы не можем телепортнуться ни в город, никуда. А это очень плохо. Ну, давайте он квестик возьмем. Тогда раз. На, ну да. Конечно. Да что ты так выдыхаешь-то прям? Давай, убивай, молодец. Так, теперь. Где? Иди сюда. Поехали. А квест у нас где? Квест у нас вот здесь. Как легко собирать в этой части ресурсы. Давай. Что за квест? Мистей, хочешь свежие овощи? Свежее на кефалине не сыскать. На самом деле, мне нужны не овощи. Как и всем, поэтому наши овощи гниют. Мы хотим накопить денег и уехать с Кефалинии. Пора двигаться дальше. Понимаю вас. Стой. Как думаешь, он поможет нам? Справиться. Об этом лучше спросить меня. Ты боишься акул, Мистей? Я нет. Никого не боюсь. Как скажешь. Одна голодная акула мешает нам уплыть с Кефалинии. Акула? Она сторожит ожерелье. Если его продать, мы сможем уплыть с Кефалинии. Это ожерелье закопал один старый вор на берегу, у храма. Глупец не подумал. Приливы. Теперь ожерелье принадлежит акуле. Продавать овощи хорошо, но продавать ожерелье лучше. Желание покинуть Кефалинию мне близко. А кому нет? Что у нас есть? Овощей сколько хочешь, а надежды нет. Оно в сундуке. Найдешь ожерелье, мы возьмем часть денег, чтобы уплыть. Остальное твое? Неплохая сделка. Ладно, убью акулу. Изруби ее. Она на глубине, у развалин Крании, на юге. У сокровищ обычно есть история. Говорят, ожерелье принадлежало Прокриде. Ну, знаешь, жене Кефала. Оно было его свадебным подарком, символом верности. И мы знаем, чем все закончилось. Как всегда. Кефал хотя бы был с ней, когда она умирала. Где находятся руины? Знаешь затонувший остров Зевса? Где он, там и руины. Понятно. Что ж, акулий храм ждет.
После этого я не притронусь к овощам. Ну, не стоит так сильно утверждать. Так. Нам надо сюда, кстати, надо точку синхронизации. Ой-ой, как оно высоко. На Зевса лезть надо. Иди сюда. Так, пойдемте отдадим этот квест, залезем на молнию Зевса. Да, пока залезет еще, пройдет вечность. А, ну, в принципе, быстро, кстати. Доехали. Ой, железо и дерево. Неплохо. Так, типа... Ну. Типа приехали. Ага, залезет. Жопа Зевса. Ой, сколько там кожи лазит. Надо замочить их. Это ж надо было такую статую сделать-то, а? Так, здесь, да? Сюда. О, весь остров просматривается прям. Нормально. Красиво. Ну, это понятно, что к этому месту быстрое перемещение. Так, а больше никуда? Да, нам придется слазить. Нам придется слазить. А куда? А куда мы можем? Только в ту сторону? Ну да, там я что-то не видал. Ой. А тут что-то... Нормально. Ой, наверное, мне не стоило здесь лезть, да? Но уже поздно. Так, прыгать мы не будем. Разобьемся нафиг. Хорош. Давай, Фобос, поехали. Я знаю, что ты всегда рядом. Хоба. Приехали. Так, что-то рядышком есть. Слезли и отдаем. Забери свои деревяшки. Да это же воитель Маркуса. Неужели ты выполнил мою просьбу? Я нашел разбойников и отправил Каиду. Дерево скоро прибудет. Ты правда думаешь, что я поверю наемнику? Я подозревал, что ты мне не поверишь. Так что вот. Убедись сама. Образец твоей особой древесины. Мне пришлось нелегко. Надеюсь, твои луки будут достойны Аполлона. О, боги! Ты точно от Маркуса? Он никогда не держит слова. Не верится. Мы разные, хоть и работаем вместе. Я верен слову. Бери плату. С Маркусом не делись. Ну, неплохо. Так, еще квест рядом. Ой, и мы третий уровень. Угу. Так, что это? Е, чтобы оглушить противника. Отравляющий удар. Нет, спасибо. Шестое чувство. Что это? 5 секунд. Нет. Выстрел хищника. Ага. Ага. Это понятно. Так, здесь, здесь. Урон, наносимый при оглушении или внезапной атаке, увеличится на 20%. Автоматический... О, автоматический сбор добычи. Хорош. Это мы забираем. Это что у нас? Это пассивный?
А, ну да, это пассивный навык получается. Хорошо. Теперь хотя бы не надо будет подбирать добычу. Гравировка. Плюс 2 урона убийца. Ага. А как бы... как бы все это забрать? Могучий Кефал, молю тебя, пошли нам защитника. Того, кто достоин твоего копья. Помоги своей жрице в час нужды. Здесь только я. Может, я смогу помочь? О, Алексиус, я испугалась. Зачем ты ищешь защитника? Мне нужен боец, что вернет копье Кефала. Я изучала надписи, выгравированные в святилище. Похоже, копье спрятали в пещерах под Кефалинией, когда основали этот храм. Ты можешь отыскать его, скажи. Я награжу тебя. Ну, если копье еще там, я найду его. Что ж, возможно, тебя прислал Кефал. О каком копье речь? Алексиус, разве в детстве ты не слышал эту историю? Мне было не до историй. Что ж, может и так. Но ты знаешь, что Кефал основал Кефалинию и был предком Одиссея. Это копье – подарок богов. Оно всегда попадало в цель. Должно быть, убив копьем жену, он и спрятал его. Зачем он метнул такое копье в жену? На охоте он услышал шум в кустах. Решил, что это олень. Очень грустно. Опасная вещь. Ну, только если бросать в кого-то. Зачем тебе копье? Ты ведь не думаешь стать солдатом, правда? Нет, конечно. Представь, сколько людей придет в храм, узнав, что здесь хранится копье Кефала. Нам пригодятся их пожертвования. Восстановим святилище, накормим голодных в Сами. Итак, где копье? Похоже, оно где-то в пещерах, глубоко под Кефалинией. К северу отсюда есть вход. Сперва поищи там. Маловато сведений. Ты совсем не веришь в богов. Если Кефал пожелает, ты найдешь его копье. Сделаю, что смогу. Да, понятно. Спасибо. Я подготовлю место в святилище. Ну, готовь, окей. Лады. А, так, что у нас по квестам-то вообще? У нас дофига квестов. А, так. Волчья шкура, одна из двух. Угу. Так, 183 метра. Давайте сюда. А чё, так далеко, что ли? Ага, направо. Понял. Ну, ладно. Ты где? И все, так быстро. Там рубает на лютне или на чем там. Так, а есть что, ресурсы? Мне бы ресурсов немножко можно. Так, Астаркон и что-то еще. Окей, ладно. Так, это чё? Бездонное озеро, Греция. Кефалиния себе... Кефалиния... Греция, Кефалиния. Собираешься нырять? Все жители острова считают, что это самое глубокое место. Но ходит легенда, что озеро на побережье Калиоса и вовсе бездонное. Ты найдешь меня, если сможешь нырнуть так же глубоко, как мраморная женщина. Ага. Собрать. Так, это мы забрали. Так, нам бы, наверное, всплыть, подышать. И можно нырять еще разок. Ну, ладно, допустим. А, сокровище не нашли еще одно. А куда? А где? А, вон пещера.
Ну да, в принципе... А, вон выбраться можно, видимо. В пещеру никто не ходил. Чё тут? Ну. Под водой, по-моему, лучше видно. Ну, такой себе. А, в смысле? А свет был? Откуда был свет? Это как так? Так что, ничего нет, что ли? Тут неинтересно даже. Прикольно. Цветочки. Что, медузы, что ли? В смысле, медузы в пещере разве? Так, ну, допустим. Это мы нашли. А есть факел? Огонь. Ага, на Т. А, удерживать. Все понял. Так, ну-ка, верни. Ты моя. Надеюсь, меня еще не заметили. А, не заметили? Ну-ка. А кто не заметил? Ага. А, в смысле вот третий уровень? Так нечестно. Ладно. А в смысле он не умер? Ай, тихо. Ой, хорош. А... Я не понял, а чё так уровни поднимаются сразу? Так нечестно. Так очень нечестно, я бы сказал даже. Ага, копье я нашел. Где чё пинкает? Ага, вижу. Это надо забрать. Наверх, серьезно? Ой, хорошо. Что у нас тут из железа идет? Еще вон кусочек. А, дай сюда. Ой, ужас. Ага, вон вражина еще. Подобрать это понятно. Что-то тут все рыщи, сидеть сюда. Ой-ой-ой, как много железа-то. Я все слышал. Я все слышал. Такс, это мы забираем. Ну, мог бы и допрыгнуть вообще. Ну, хоть выход есть, ладно. Чтоб не возвращаться. Да давай, уже иди туда. О, в смысле, мы оттуда прошли сюда. И вышли к храму. Нормально. Подвинься. Алексиус, ты хочешь поговорить о копье? Да. Славно. Скажи, копье у тебя? А, ладно, дадим. Это моим даром храму. А награда? О, я в долгу перед тобой. Если мы как-то можем помочь тебе или твоим друзьям, приходите. Я буду ждать. Снаряжение лучше. Окей, чё? Ой. А, мы сейчас уровень получили, да, за квест? Ага. Хорошо. Требуется уровень 5. Давайте выстрел хищника тогда. Расходуйте чеки адреналин, которые заполняются при нанесении урона. Успешном вороте или парирование, а также ДДД. Ага, понятно всем. Ну, на однерочку, естественно. Так, ну, мы уже того можем победить. Сами. Так. Интересно, смогу ли я уехать, не ввязавшись в драку? Ха, на что я надеюсь? Сами все тот же. А кто? Что?
А, так. Ага, все, ладно, пойдемте. Так, ну что, идем дальше? Так, куда мы идем? Куда мы идем? А, квест надо выбрать, во-первых, чтобы куда-то идти. А, так, пофиг. А, работать ли наемника? Ну, давайте сюда. Око за око. Так, Фобос, погнали отсюда. Так, 300 метров. Ладно, едем. Давай. Ну, перепрыгни ты. Давай. Слабак. Блин, деревяшка была. Не успел забрать. А, он впереди есть еще. Впереди еще шкура, он бегает. Давайте заберем ее. Иди сюда. Ты. Оба-на. Нормально. Так, 150 метров. Неплохо. А, Астархон. Где? Где он вообще лежит? Ага, все, нашел его. Ага, там еще есть сокровище. Так, идем сюда. Ништяк. Ой, там что-то прочитать надо было, да? А, так. Нет, не наемники, снаряжение. А, или что? Где? В сумке. Ага, вот. А, бездонного озера, мы это читали. Прах к праху. Греция. Кефалиния. Когда настают тяжелые времена, так легко отвернуться от богов. Отправляйся в сожженный храм в Каусосе. В Каусосе, наверное. В проклятой долине Пали. Туда, где однажды служитель отказался от веры ради новой жизни пирата. Ты найдешь меня в куче пепла. О, какое-то сокровище. Я понял. Я понял. Так. Ну, вот это оденем, естественно же. Тут у нас что? Получше есть, да? Угу. А, можно разобрать на материалы, кстати. А, денежку нам дадут? Нет, нам дадут только материалы. Да, материалы, кстати, пока что нам нужны. Поэтому... Так, все то, что нам нафиг не надо, мы разберем. Ладно, это мы оденем, пускай будет. А, это мы тоже разберем. А, по лукам что у нас? Вот это разобрать. Ну, хоть и наш, но от него толку ноль. Поэтому... Виноградник Маркоса исследован. Так, ну ладно, там воровать. Мы воровать не будем. Где сокровище? А, вот оно. Никто не спалил? Нет, все хорошо. А, вот и ты! И как раз вовремя! Я победил разбойников и добыл древесину. Я в тебе не сомневался, друг мой. Ну, твой план? Итак, я должен свести счеты с циклопом. Как и ты, мой непримиримый друг. Он бы не искал меня, если бы не ты, друг мой. Точно. Но, клянусь, я покончу с этим. Раз он не хочет отзывать своих головорезов, мы сделаем так, чтобы он пожалел об этом. Это глупость, а не война. Ты умеешь обидеть, Алексиус? Это легко, поверь. Скажи, чем дорожит циклоп? Людьми? Землей? Судами? Нет, обсидиановым глазом. Ближе к делу, Маркос. Ладно, мы украдем его. Ты тронулся? Сначала деньги, теперь его глаз? С ним мы победим и разбогатеем. Мы убьем двух зайцев одним глазом. Будет сопротивляться, лишится обоих глаз. Нет, нет! Нельзя, чтобы циклоп тебя заметил. Действуй скрытно. Значит, мне пригодится мой новый лук. Циклоп хранит глаз дома, так как очень дорожит им. Мудрое решение, но ты преподашь ему урок. Дождись заката, прокрадись в дом и...
Укради глаз. Надеюсь, он и впрямь ценный. Ты видел, сколько дают за обсидиан на Кефалинии? Нет, не видел. То-то же. А это не просто обсидиан, он с золотыми прожилками. Золотыми! Не зря циклоп бережет глаз для особых случаев. Выручку мы отдадим ему. Она покроет часть долга. Виноградник дорого стоил. Я не знаю, где живет циклоп. Ступай в западную часть острова. Его логово там. Ладно. Но в этот раз не жадничай. Что? Зря ты так, Алексиос. Это твоя сущность. Принеси мне глаз и поймешь, что заблуждаешься. Не забудь, не выдай себя. Помню. Если ты справишься, циклоп не отрежет нам головы, когда вернется. Так, куда? Где? О, всего 400 метров. О, волк. Мне волк нужен. Осталось найти глаз. Если он такой ценный, наверняка его спрятали. Да ну, ну в голову с одного должен убиваться. Вы чё такие-то глупые? Так, типа, квест мы выполнили. Хорош. Отлично. Так, это мы забираем. Берем лошадку и едем к дому циклопа. Зачем вечер только ждать? Вот так и не понял. Когда можно и так пробраться, какая нафиг разница? Может, стражников меньше будет. Черт его знает. Так, где-то здесь, да? А, глаз. Я тебя вижу. Логово циклопа. Мы на месте. Нужно укрыться. Я могу затаиться в кустах. Кустах, понял. Ну, охраны что-то не особо много. Ага, два капитана. Или что? Главарь. Главарь, а там кто? Тогда. Ага, еще отметил. А, песик, ладно. Ну так что ли? Хорош. Ну, хотя бы в голову могу стрельнуть, одного выстрела убить. Куда он бежит-то? Зря ты бежишь сюда. Блин, главное, чтобы он не упал вниз. Малака, глаз так тщательно охраняют. Лучше не лезть на рожон. Так, ну-ка. Я этого так. Да ну. Ой, а было опасно. Ладно, не страшно. Псина. Так. Ладно, нас спалили из-за этой шапки. О, хорош. Как тут... Фу, что такое? Ядовитые стрелы. Нет, нафиг. Готово. Да. Так. Да, загрузить последнее сохранение. А как? В смысле, собака вообще в другом конце деревни была, как они меня спалили? Ну, залаяла собака, ну и чё? Ой, блин. Ну, бывает. Бывает. Ну, давай, господи, быстрее ты грузись, ты чё? Где хоть? Ага, понял. Не стоит здесь оставаться. Так, вижу псинку. Допустим.
Так, стрела летит. Блин. Так, собачку убили, ладно. Так, следующая стрела долетит. Да в смысле? Ты вовремя начал двигаться, конечно. Так, просто уходим отсюда тогда. Типа, раз нас палили раньше времени. Стрела чуть-чуть не долетала. О, Зевс, циклоп настроен серьезно. Ой, ну, хорош. Глаз тщательно охраняют. Лучше не лезть на рожон. Нормально, ходят. Так, Леву выпустили, да? Ништяк. Так, эти сверху идиоты. Так, ждем. Кто там? Что там? А, лев живой. Так, льва убили. Они сразу вдвоем спускаются. Да ну нафиг, вы че, офигели? Так, ладно, уходим. Быстренько отсюда. Так, голову в голову, в голову. Ой, хорош. Давай, 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 давай. Вот этот с ядовитыми стрелами. Ой, ништяк. Меткий стрелок. Нормально. В течение 30 секунд трех противников. Понял. Ой. Так куда стоять? Так, это мы забрали. Тут мы сейчас заберем. Стрелок. Ну, у нас полный вроде боезапас должен быть. Так, тут мы все собрали. Где-то наверху еще убивал. Может, мне лук его дадут? Нет, нифига. А, пойдемте заберем шкуру от этого. От льва. Было немножко больно. А что такое радиус отстойный? Не очень-то удобно. Но хотя бы бесконечно. Без отката. Ага, еще один лев. Блин. Плохо. Так, а мы сейчас сделаем хитрее. Давай, лев. Ты поджаришься, да? Ага, черт, создавай. Ой-ой-ой. Опасный лев. Ага. Тут ты меня не достанешь. Он уворачивается. Хорош. Так, где-то тут стрелы валялись. А, ну, они пропали, видимо. Так. Тихо, стоять. Ты такой неожиданный. Ты очень неожиданный. Ой, ой, как хорошо. Прикольно. Так, ну тут мы, естественно же, все заберем. Все, что можем. Ой, а тут еще лев. А, сначала вон с тем разберемся. А, львом мы займемся потом. Ой, кинжальчики дали. Хорош. Это глаз? Ага. Это мы забрали, это мы собрали. Так, а как мне к ним попасть-то? Ну, можно через крышу. А можно...
Можно как-то так? Он идет сюда? Блин, он идет сюда. Не хочу. Ой, хорошо прям. На скорости. Давай, 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 давай. Неплохо. Так. Идем далее. Собирать. Тоже денежка. Так, там ничего. Там какая-то фигня моргает. Где-то чего-то еще много. Так, это мы собрали. Это мы забрали, это мы... Леву сейчас освободим. Попробуем поджечь, опять же. Ага, удачи. Глупая кошка. Глупая кошка. Оба-на. Нифига себе. Эй, так. Это мы зря. Так, надо как-то свалить наверх. Ой-ой-ой. А? Эй. О, в смысле? Эй, иди нафиг. Ой, блин, как опасно. Как опасно они лупят, а. Так, вот здесь еще эта стрела чисто. А, нет, еще ресурсы дают. Вот это хорошо. Так, собрать. Подобрать. Господи. Так, все, валим отсюда. Так, надо выбраться. Самым коротким. Угу. Круто, я попал в текстурки. Нормально. Ну, в общем, тогда, в принципе, время-то у нас вышло. Закончим серию. С вами был Гринайт. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео. Всем пока.